В Люберцах отметили День народного единства. В городском округе организовали несколько праздничных площадок. Центральный стал парк «Наташинские пруды». Там прошел этнографический фестиваль «Моя Россия». 4 ноября – одна из тех дат, которая объединяет жителей России. В этот день вспоминают о событии, которое произошло более 400 лет назад, когда народные ополченцы совершили подвиг во имя свободы и независимости своей родины. Объединились два наших лидера ополчения – Минин и Пожарский. Собрали войско, пришли в Москву и на Китай-городе разбили польских интервентов. И с тех пор этот праздник в наших генах, этот праздник отмечается на протяжении уже не одной сотни лет. Мы потомки, потомки тех великих полководцев, великих людей. Сегодня сплоченность российского народа ощущается как никогда. Особая поддержка нужна семьям мобилизованных. Об этом не понаслышке знают волонтеры, которые помогают им решать различные вопросы. В День народного единства люберецких добровольцев чествовали на праздничной сцене. Чаще всего семьи мобилизованных спрашивают вопросы по поводу выплат и льгот. Я люблю помогать людям, обсуждать, это, грубо говоря, как психология. И тебе это и интересно, и ты хочешь помочь. Люди, конечно, начинают плакать при некоторых случаях, то, что вот они волнуются. И я, конечно же, успокаиваю. На праздничном фестивале выступили лучшие творческие коллективы городского округа Люберцы. Для гостей организовали серию различных мастер-классов. Также любой желающий мог передать российским военнослужащим письма, рисунки или подделки. Луиза Игазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.